К эпидемобстановке в Коми за сутки, по данным Роспотребнадзора, заразились коронавирусом еще 276 человек, выздоровели 403. Таким образом, число людей, победивших инфекцию в нашем регионе, перешагнуло уже за 13 тысяч. Болеют сейчас, по официальным данным, 4833 жителя. Напоминаем, для своей же безопасности необходимо чаще мыть руки, носить защитные маски и по возможности избегать массового скопления людей. Тем временем в Коми продлят дополнительные стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с диагнозом внебольничная пневмония. Соответствующие изменения в постановлении правительства Коми внес первый зам председателя кабинета министра республики Игорь Булатов. Согласно документу, выплаты будут продлены до 31 октября. Получить их смогут врачи, фельдшеры и водители выездных бригад скорой помощи, а также врачи и медработники с высшим образованием, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, инфекционисты, педиатры, терапевты, пульмонологи. Постановление уже вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.